инструкция, как поменять подгузник коту. Берем подгузник. Нужно вырезать дырку для хвоста. Берем заднюю часть, которая приклеивается липучка. Отмеряем где-то 4 пальца. Вот эта точка. И вырезаем дырку. Получаем идеальное отверстие. Очень важно, чтобы резиночка зашла за лапку вот так, чтобы он не смог снять ее, и потом подтянуть, чтобы тут все было симметрично. Ну все, котик очень довольный.